день рождения города Темиртау на санитарно-защитной зоне АО «АрселорМиттал Темиртау» появилась дубовая аллея. Компания ежегодно производит осеннюю и весеннюю посадку деревьев. 1 октября на прилегающей к комбинату территории сотрудники посадили 120 саженцев дуба. Для посадки использовали трехлетние дубки. Эти дубы выращены у нас в питомнике на участке озеленения. Мы вот собираем желуди ежегодно, и в этом году мы 2 ведра желудей собрали, посеяли. Вот это мы нашими руками выращены, нашими озеленителями. Поскольку саженцы выращены в наших климатических условиях и на местной земле, специалисты уверены, что при хорошем уходе и поливе приживутся около 80% дубков. В высадке саженцев приняли участие сотрудники отдела охраны природы и дорожно-паркового участка АО «АрселорМиттал Темиртау». Территорию под дубовую аллею подготовили заранее. Сухие деревья спилили, участок обработали и завезли землю. Как житель города, я очень рада, что такая организована высадка деревьев, и думаю, что эта дубовая аллея будет достойным украшением города. Хочу призвать наших горожан быть бережливыми, ведь от каждого зависит, насколько наш город будет красивым в будущем. Всего этой осенью планируется высадить 2000 саженцев в санитарно-защитной зоне АО «АрселорМиттал Темиртау» и на самой территории комбината. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с праздником и пожелать достатка, благополучия и хорошего настроения.